Друзья, перед началом этого видео, как обычно, респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Спасибо им большое, что в такое тяжелое время поддерживают спортсменов и даже вестник ММА. Gorilla Energy. Меньше чем за месяц или за два месяца произношу эту фразу. Олег, поздравляю с победой. Спасибо. Расскажи, какие эмоции в этот раз? Все хорошо, все идет по плану, тренируемся, готовимся. Более серьезно. В этот раз как-то все не очень у тебя пошло хорошо, поменялся соперник. Расскажи, что случилось, может быть, он тебе сказал. Да, и не один раз поменялся. Я не знаю, разные причины. Сейчас обстановка такая, там, то коронавирус. Да, в принципе, все из-за него. Просто ребят не выпускают там из своих регионов, из своих стран, чтобы они могли, да, браться до места соревнований. Вот все. Что по поводу боевухи ты хотел себя там попробовать? Кубок мира в декабре в Москве у нас будет по боевому самбо. Бой больше как такой тренировочный? Не бой, это как это... Я говорю сейчас. Нет, не тренировочный. Зачем? Я иду к своей цели мелкими шажками. Зачем? Я буду биться. Я к чему спрашиваю, что, знаешь, когда за двумя зайцами бежишь, обычно не очень хорошо что-то получается. Ну, либо ты готовишься к курткам, мне кажется, либо ММА. Все близко. Это в любом случае смешанное боевое единоборство, скажем так, что наше боевое самбо, что ММА, они очень близки. Так что, в принципе, рядом. И оно одно другому не будет мешать, а только ты станешь сильнее. Вот все. Это мое мнение лично, а там не знаю. Давай поговорим теперь по интересным боям, которые тебя могут ждать в лиге. Ты фактурный очень тяжеловес, и мне написал недавно другой тяжеловес, Григорий Пономарев, который из команды Федора, тоже огромный такой парень, что он бы с удовольствием с тобой подрался. Интересен тебе этот бой в будущем? Ну, кто знает, как пойдет, почему нет. Мы же бойцы, мы должны биться со всеми. Единственное, что меня вот не приветствуют, я не приветствую вот это вот, вызов бросать, еще что-то. Надо вести себя достойно, считаю, и биться. Вот, свели нас организаторы. Мы не должны бегать друг от друга, а взять и подраться. Нет, значит нет. То есть я вот более так, как сказать. При этом забавно, что ты же тренер самарского Конора. Ну, тренер самарского Конора. Конор взрослый человек, взрослый мужчина, он сам вправе выбирать, как себя вести. Вот все. Коллега мой попросил задать вопрос тебе по поводу истории с придумыванием тебе никнейма. Что-то выбрал? Я вообще ничего не буду выбирать, если честно. Это, я считаю, неправильным, когда ты сам себе выбираешь прозвище. А по поводу там много было смешного, много было какой-то грязи непонятной. Ну, тут все понятно, да, я круглый, да, и вопросов нет. Я реально полный, то есть при росте там 180, я вешу 124 килограмма, конечно, ну... Ничего. Ну и были смешные там. Ты иди, я догоню. Я сам смеялся, но в натуре же смешно. Угарно. Вот все. Что-то еще запомнилось? Тещин зверь. Да, теща у меня лютая. Я с ней то дружу, то воююсь. Реально, тещин зверь. Чего нет? Кроме боевого самбо, расскажи еще, какие планы, может быть, на ММА есть. Ты сейчас не получил никакого урона, мне кажется, даже не пропустил ни одного удара. Когда следующий бой ты готов будешь взять, если совместить это с выступлением по боевухе? Сейчас не буду загадывать. В декабре вот подерусь. Может быть, в декабре выступлю. Окей, может быть, кому-то еще привет, спасибо. Большой привет жене, дочке, дочкам. Я ее никогда не пускаю ни на бои, ни на соревнования. Она очень хочет. Привет тебе. А спасибо нашим пацанам. Они все самарские. Я сейчас всем выйду, руку пожму, обниму. Скажу спасибо лично. Все. И тебе спасибо. И тебе спасибо, Олег. Поздравляю тебя с победой. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Олега, он появится внизу экрана. Подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА.
Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.